Всем привет, с вами Дошик, и в этом видео будет долгожданный обзор на мой гардероб. Я обещала вам снять его, когда у меня будет больше одежды, потому что это видео стало популярным, и я видела много зипеты-ютуберов, которые снимали подобное видео, и я чувствую, что этот тренд пошел от меня, поэтому я решила его продолжить с моим новым аккаунтом. Мне кажется, я накопила уже достаточное количество одежды, чтобы показывать вам. И поехали! А спонсором данного видео является сервис Варкашоп. Донат по самым низким ценам в Зипета. Чтобы задонатить у Варкашоп, вы можете написать как в Телеграм, так и в само Зипета. Ссылки на их аккаунт в Зипета и канал в Телеграм будут прикреплены в описании. Ну и для начала переходим в аватара. Итак, Май. Здесь сразу вы можете увидеть два образа. Это не является каким-то... Не мои любимые образы, просто я их делаю только по той причине, что вот иногда бывают задания, типа поменяй свою прическу, или там добавь больше аксессуаров, измени свой стиль. И в такие моменты я просто делаю change, сохраняю. А потом, как бы, сохраняю одежду, в которой я была в тот момент, и потом возвращаюсь в нее. Вот. А так, давайте представим самый низ. Вот. Ну, и это, то есть, база всякая, которая выдается абсолютно всем. Вот. А так что тут нет особо ничего интересного. Так, это всякие макияжи, брови. Тоже выдается абсолютно всем. Ну, а в этой одежде был мой персонаж, когда я его получила. Да. Вот. Так что это тоже одежда, которая выдавалась мне абсолютно бесплатно. И честно, вот эта вот одежда, например, я не помню, откуда это у меня... Возможно, я себе ее купила. Но я не помню, чтобы я ее покупала, поскольку... А, когда я создала аккаунт, была прям бешеная черная пятница в Зипета, но я не могла. Как бы не то, что не могла. Я не хотела покупать себе все это с моего основного аккаунта по той причине, что... По той причине, что, типа, я коллекционировала, копила деньги, чтобы снять вам видео. И... А, еще вот эти перчатки, это из Lucky Box, вот, я посмотрела. И чтобы у меня накопилось больше денег, я не тратила деньги на этом аккаунте. И поэтому мне приходилось дарить себе вот эти вот все вещи с моего второго аккаунта. Ну, они там выходили на очень-очень маленькую сумму, поэтому вот... А далее у нас идут бесплатные вещи, потому что, опять же, я говорю, я копила, очень усердно я копила монеты и земы. И мне, то есть я не могла себе позволить какую-либо одежду, но в то же время она мне нужна была, чтобы снимать видео. Поэтому я проходила различные квесты, и единственное, что я покупала, это вот как бы одежда, которую я себе дарила со вторых аккаунтов. Вот, например, вот пример этой одежды. Моя первая одежда за Зэм. Ну, типа... Вот, я подарила ее со вторых аккаунтов, потому что у меня там выпали Зэмы, и мне нужна была какая-то нормальная одежда. Ну, а дальше уже пошло все бесплатное, что я могла получить. Так, вот этот бантик. Это уже... Я честно не помню, откуда он у меня. Возможно, это я его купила или мне подарили. Так, это Lucky Box, точно. Это я себе... А, с второго аккаунта подарила, чтобы у меня была одежда, потому что... Тратить, как я уже и говорила, не могла. Вот, и дальше идет тоже все это одежда, подаренная из вторых аккаунтов, или же бесплатно из Lucky Box. Да, тут все большинство, тут все бесплатное. А вот эта вот одежда, это нам давалась в Хэллоуин за отметку. Ну, она мне, по правде говоря, не особо нравится.
поэтому я ее не ношу. И еще бесплатная одежда. У меня, как вы можете заметить, ее очень-очень много. Ну, а тут уже, я так понимаю, пошли мои траты. Да? Да, вроде бы это... Я точно вот это вот все покупала на моей первой трате, когда я вернулась. Вот эти вот волосы, ободок. Топ. Возможно, топ я с второго аккаунта подарила. А это уже из креаторского... Ой, из обычного магазина. И все это я покупала в моей первой трате. Да. Потому что мне была нужна одежда. Ну, а дальше уже идет опять одежда, подаренная с вторых аккаунтов. Чтобы у меня было хоть что-то. А это уже, насколько я помню, это мне уже начали дарить подарки подписчики, чему я очень сильно благодарна. А, так, это Lucky Box у нас идет. Угу, Lucky Box. Это просто в честь там канала Нового года нам подарили кучу подарков. А с вторых аккаунтов дарила 5 рождественские подарки различные. Это с второго аккаунта мои подарки себе. Тоже все второй аккаунт. А, кстати, нет, это уже мне дарили подписчики. Вот это вот. Или нет? Я, честно, я совсем не помню, простите меня, пожалуйста. Если я ошибаюсь. Вот это платье, да, да, это мне дарили подписчики, и вот это платье мне тоже подарили подписчики, подарила подписчица. Это был первый подарок от подписчика за Земы, который я вот вообще когда-либо получала. Меня это очень сильно удивило. Эти вещи я покупала на моей трате Земы. Вот, и, правда говоря, я на самом деле жалею, что купила эти волосы, типа, это не самые лучшие волосы, и можно было выбрать намного-намного лучше. Типа, я их сейчас не особо ношу, вообще не ношу. И дальше у нас идут опять подарки, подаренные мне подписчиками. Вот это мне точно дарила подписчица. Ага, а это уже из моей видеотраты, где я дарю себе, закрываю свой виш-лист с моими вторыми аккаунтами, то есть дарю себе подарки с вторых аккаунтов, и тем самым закрываю мой виш-лист за монеты. А потом у нас опять пошли подарки от подписчиков. Да, вот это мне точно подарили подписчики, и это. А вот это вот мне тоже подарили подписчики, это вау, вау. Я честно, и мне каждый раз, когда мне дарят, в принципе, подарки подписчики, я очень сильно удивляюсь, чувствую себя... какой-то популярный, что ли, не знаю, как это объяснить. Но когда мне дарят подарки за Земы, это просто у меня голова ломается. А так. А это уже всякие... Это Lucky Box. Вот эти вот три вещи. А это был в честь Дня Святого Валентина ивент, где за отметку ты получал креаторскую одежду. Так, это мои подарки себе с вторых аккаунтов, всякие лаки-боксы, подарок от подписчика. Вот, это от подарка как бы за покупку премиума. А это уже опять новая трата. Одежда с траты. Все траты вы можете посмотреть у меня на канале, если вам интересно. Так. А вот этого вот котика давали за то, что ты не пропустил ни один день в ивенте с как бы получением подарков на День Святого Валентина.
Так. Вот это я уже дарила себе со вторых аккаунтов, подарки от подписчиков. Тоже. А вот это вот, эти волосы мне выпали из Runway Z. Получила их от Runway Z. И я думала, они будут получше на самом деле. Они мне не очень нравятся. Так, а вот этот вот мишка... А это тоже, значит, тоже от Runway Z. Типа, я получила много подарков. Должна была, вернее, получить много подарков, а получила только эти два. Это немножко грустно, на самом деле. Вот это вот подарок от подписчицы тоже. Я не могу объяснить, но это так странно чувствуется, когда тебе дарят подарки за Зэму. Да и за монеты, господи, это... Я даже не знаю, как это описать. Вот этого вот персонажа можно было выиграть, введя код. Я снимала об этом видео. И, по идее, он стоит 3, что ли, зема. Но его можно получить абсолютно бесплатно. Итак, это у нас Lucky Box. Подарки от подписчиков. Мне большинство одежды, на самом деле, это вот правда. Вот подарки от подписчиков, потому что, типа, сама я очень-очень редко себе что-либо покупаю. Или покупаю, но как бы на тратах. Всегда я покупаю что-либо себе на тратах. Тоже, ой, как я сколько всего на себя нафилила. Подарки от подписчиков. Или все это вот лаки-боксы. Все, что я вот трачу, это... На видео всегда. Вы видите, что я покупаю. Тоже мои подарки от подписчиков. Это тоже. А это уже вот самая моя последняя трата. Мне кажется, она такая самая удачная, потому что тут очень много классных вещей. И дальше у нас опять идут подарки от подписчиков. Вот все, вот это вот мне дарите вы. Огромное вам всем спасибо. Да даже если вы не дарите, спасибо за то, что просто мне смотрите. И вот эти вот ботиночки я получила от Runway Z. Тоже такие странные они, конечно. Ну, типа, ну, такое. Мне не понравились. А вот это вот я получила за то, что выполнила квест, по-моему, какой-то там в Sync. Два, ну, буквально я там просто одевала одежду. Это все вот это вот все это подарки от подписчиков и Lucky Box. Новый, последний. Вот я собрала уже женский образ. И собираю сейчас мужской. Вот у меня уже есть две вещи из мужского. Осталось всего 4. Ну, и в принципе на этом все. Однако я могу вам показать. Мои стили. Думаю, стили это тоже входит в гардероб. Угу. Так, у меня загрузились мои стили. И мой самый последний стиль, он мне очень нравится. Это одежда из моей последней траты. Я пыталась сделать образ миленький. Думаю, получилось неплохо. Следующий образ, вот следующие 4, да, 4 образа. Это образы из моего видео с образами за монеты. То есть вы можете увидеть, что тут есть 17 зем, но все эти 17 зем это вот буквально мои элементы лица, потому что лица сейчас и там тело, потому что оно у меня как бы за земы, то есть фигура, там... На колени, ресницы, линзы, вот. А все остальное, одежда сама, она у меня вся за монеты была. И вот последний образ. Самый популярный образ, соответственно, вот этот. Ну, мне он тоже, на самом деле, больше всего нравится. Так. Далее идет вот такой образ. Мне он невероятно нравится, очень классно выглядит. И я им горжусь, да. Следующий образ это такой. Ну, я бы не сказала, что он очень крутой, и не сказала, что это очень плохо. Среднее.
тоже так же. Ну, выглядит миленько. А вот этот вот образ, наверное, мой самый популярный. Типа, ну, я понимаю, почему так модно носить одежду. В принципе, я могу повторить этот образ жизни. Он достаточно легкий. И вот этот вот образ мне очень тоже сильно нравится. Выглядит мило и так casual daily. А это мой самый первый образ новогодний, зимний. Да, зимний образ тоже выглядит очень миленько. Итак, на этом все. Спасибо всем большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!